Почти все границы закрыты, а ждут лишь курорты Турции и Египта. Самое время искать места отдыха рядом с домом. И теперь одна такая точка есть. В Видном открылись термы. Комплекс размером более 9500 квадратных метров начал работу в торговом центре «Галереи 918». Они думали, что так все. Ну, круто, круто, что сказать. Наверное, мне кажется, у меня даже слов нет. Это очень круто. А что в планах посетить? Вот все, да. Если не выгонят, то все. Чтобы выполнить эту цель, стоит запастись временем. Комплекс «Термовидное» предлагает парные на любой вкус. На сегодняшний день целых 11 видов. От привычной русской бани до комнаты соляного тумана и нефритовой сауны. А для тех, кто давно хотел побывать в пустыне, работники комплекса воссоздали Сахару. Кварцевый песок – это новинка. То есть у нас есть детская песчаная, но она немножко попохладнее. А здесь это уже Сахара. Сюда мы добавили еще два ветра, правда, они еще не подключены. Вот. Это такая уже получается и детская, и взрослая тема. Ну и как после бани не искупаться? Термальный комплекс включает в себя целых 3 вида бассейнов. Почти как в известной русской сказке. Ныряешь сначала в молоко, затем в кипяток, ну и в прохладную воду. А выходишь писаным красавцем. Только бассейны здесь термальный, морской и детский. И все они под открытым небом. Комплекс принимает гостей с 8 утра до полуночи. Все, что нужно для счастья – купальник, сменная обувь и пара полотенец. Это просто восторг, это вообще красота, это что-то с чем-то. Даже по отношению к тому, что бассейн огромный, под открытым небом, теплый. Комплекс «Термовидное» включает в себя и ряд платных услуг. В основном они относятся к спа-зоне. На открытии многих гостей заинтересовал фишпилинг. Процедура приятная и необычная. Мне очень нравится, приятно. Такой щекочущий массаж. Рыбки называются гарруфа. Это семейство карповых. Рыбки съедают старую кожу, делают микромассаж. Кожа более мягкая, более ухоженная. Плюс улучшается кровообращение за счет вот этого микромассажа. И все это помещается на 2 этажах. Сегодня для посещения открыта большая часть комплекса. Как заверяют сотрудники терм, к концу этого года откроется еще 1 этаж, где планируется проводить фитнес-программы. Также к декабрю появятся закрытые бассейны, что превратит центр во всесезонный курорт. Сочетать себе все. Плюс это здоровье, плюс это русская традиция, вот эта баня, плюс вот это Турция, это праздник. То есть это отдых для всей семьи. То есть сюда вот я сегодня пришел с женой и с детьми. Открытие комплекса «Термовидное» стало большим праздником. Шампанское, шоу мыльных пузырей и заводная музыка не оставили посетителей равнодушными. Вечеринки здесь планируют устраивать регулярно, а посетить их может любой желающий. Час отдыха на городском курорте вам обойдется в 200 рублей по будням, а в выходные – 300. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.